Семилетний павлодарец победил раковую опухоль. Первые сигналы о страшной болезни появились в 2019 году. Тогда с жалобами на вздутие живота родители привели малыша в поликлинику. Дальнейшее обследование показало, что необходима срочная операция. Мальчику удалили часть кишки. Гистологическое исследование материалов подтвердило онкологический диагноз. После 5 курсов химиотерапии ребенок пошел на поправку. Врачи говорят, что случай неординарный, и то, что болезнь удалось выявить на ранней стадии, проводимое лечение дает эффективность. Сейчас за пациентом бдительно наблюдают. Онкологи уверяют, что если за 2 года опухоль не даст о себе знать, опасный недуг уже не будет угрожать здоровью мальчика. Был взят на операцию, где интероперационно была выявлена злокачественная опухоль кишечника, где интероперационно были консультированы сразу же с онкологами на нашей клинике, консультированы были с онкологами центральной клиники города Алматы, где было рекомендовано для определения тактики и где было рекомендовано провести резекцию данной опухоли с дальнейшим восстановлением целостности его кишечника. Сейчас состояние пациента стабильное, удовлетворительное. Мама довольна лечением, которое было проведено на Султане, и наблюдением здесь у нас. Ребеночек развивается хорошо, готовится в школу пойти. Мы вместе с родителями очень рады нашими успехами этого ребенка.